В России увеличили сумму долга, которую можно списать с помощью бесплатной процедуры внесудебного банкротства. Если раньше можно было списать долг один раз в 10 лет на сумму от 50 до 500 тысяч рублей, то теперь границы суммы увеличили от 25 тысяч рублей до 1 миллиона. Объявить себя банкротом и списать долги могут пенсионеры, а также те, кто получает пособие на ребенка. На эту процедуру имеют право и те, у кого взыскание длится более 7 лет, рассказывают эксперты. И теперь для тех граждан, у которых единственным источником доходы являются какие-то социальные выплаты, например, это пенсионеры или инвалиды, которые получают пособие по инвалидности и так далее, для таких граждан теперь не нужно ждать окончания исполнительного производства, а нужно подождать год с момента начала такого исполнительного производства. Дело в том, что в отношении пенсионеров такое исполнительное производство никогда и не прекратится, потому что хоть по 1000 рублей, хоть по 500, но оно будет списываться до бесконечности. Для всех остальных граждан вот этот срок составляет не один год, как для пенсионеров, получателей соцвыплат, а 7 лет. С момента начала исполнительного производства должно пройти 7 лет, и только после этого гражданин может осуществить так называемую внесудебную процедуру банкротства. Еще одно изменение. Если раньше признавать себя банкротом можно было повторно спустя 10 лет после первого банкротства, то теперь срок сократили вдвое, и второй раз стать банкротом можно уже через 5 лет. Но эксперты не советуют злоупотреблять такими процедурами. Я думаю, что здесь надо уже делать выводы после первого раза, да, из-за своей финансовой дисциплины и исполнением обязательств следить, чтобы больше не попадать в процедуру банкротства, поскольку она имеет и ряд еще ограничений, не только по вторичному обращению за этой процедурой, за возможностью реализации, но в том числе о том, что там твоя кредитная история, да, твое в целом восприятие кредиторами тебя как платежеспособного лица, ограничения по занятию, например, руководящих должностей в организации, либо ИП, если ты был индивидуальным предпринимателем. То есть это не самая приятная и удобная процедура для жизни любого человека, поэтому, наверное, скорее, знаете, опыт, который нужно понять, пережить, ну а дальше уже больше не попадать в такие ситуации. Напомним, что внесудебное банкротство появилось в России 3 года назад. За это время все долги списали 16,5 тысяч человек на общую сумму в 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Средний списанный долг – около 350 тысяч рублей. Об этом ранее заявили в Федеральном Минэкономразвитии. Для долгов свыше миллиона рублей действует судебная процедура банкротства. Через суд банкротами за последние 8 лет стали свыше миллиона россиян. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.